Недорогие английские джемпера. Так, XL, бренд Polo. Категория Extra. Резинка слегка деформирована здесь. Так, атмосфера 32-34. Размер маленький. Это, по-моему, у нас кардиган. К сожалению, бирки вот здесь есть. Так, вискоза и полиэстер в составе. Размер только вот не вижу. К сожалению, размер не указан. Так, мешки по 15 килограмм. Англия. Тонкие джемпера. Недорогие, кстати. Эска, Эсприт. Лето холодное, поэтому давайте утепляться. Размер XL, бренд Канда. Мужской джемпер большого размера. Это атмосфера. 42 размер указан европейский, то есть получается 48 российский размер. Так, Есика. Размер небольшой, по-моему. Тоже размер маленький. Так, джемпера все тонкие, поэтому себестоимость, не думаю, что будет высокая, скорее всего, будет недорогая цена на них. Эска. Так, категория экстра, незначительный износ все-таки присутствует, но хочу сказать, что каточков пока не было. Единственное, вот резинки, да, они у нас страдают в первую очередь. Хотя тут нормально все. Так, Элька, акрил, хорошая резинка, пока катышек не наблюдается, это Эсприт, размер М, тоже хорошая резинка, в принципе, хорошие джемпера, H&M, размер XS указан, так, это Гэри Вебер, большой размер, так, эти с капюшоном, бренд Next, размер XL, мужской, скажем, кардиган с капюшоном. Так, Элька. Размеры хорошие, кстати, большие есть, маленькие есть. Тоже вот все чисто, без пятен. Так, далее у нас бренд Сесиль, размер L. Тоже в хорошем состоянии, без катышков. Лара Скотт. Среднего размера. Рукава, по-моему, 3/4. Так. Вот такой вот джемпер. МК 40-42, то есть получается 46-48 примерно размер. Российский. Так, XL, мужской джемпер большого размера. Без катышков, в хорошем состоянии. Вот тоже, да, я думаю, видите, катышков нет, состояние хорошее. Но все же, я говорю, это экстра, то есть на некоторых есть незначительный износ, проявляется вот именно на резинках, потому что катышков нету, пятен нет. Вот размер большой, 52 указан. Это, скорее всего, европейский 52, российский будет 58 размер. Мужской джемпер Элька. Так, это Джейн Норман, без рукавов, маленький размер. Видимо, болеро. Не разберу, какой размер. Т1 написан, то есть получается маленький размер. Мужской джемпер. Элька. Без катышков. Канда. Элька. Канда. Так, бирку с размером срезали. На кардиган. Бенотти МК 40-42, то есть 46-48 российский размер.
Так, М-ка 40-42, то есть получается 46-48 размер сиськи. Так, здесь, к сожалению, бирки нет. Замочек работает. Разбери, пожалуйста. Так, это Оливер. Средний размер, примерно визуально. Какая-то рыболовная сеть. Среднего размера. 50-й российский размер здесь указан. Бренд Promote. Размер маленький. Так, это Элька. С этикеткой. Снова большой размер. Джемперы относительно яркие, тонкие. Так, вот женский джемпер большого размера. В основном женские. Катышков нет. Пятен пока тоже не было. Мужских мало. Бренд Blue Motion. Размер S 36-38. Так, H&M, S-ка. Еще один джемпер маленького размера, но бирку срезали. Кстати, тут, что касается состава, есть и хлопок, есть и акрил, вискоза. Так, Элька, это последний джемпер из этого мешка. На этом мы заканчиваем наш видеообзор. Спасибо за внимание.